с вами снова я, Даналия, и сегодняшнее видео по очередному обновлению Star Stable. Начнем с самого малого к самому крупному. Лошадиная ярмарка проходит у арены конюшни Юрвика. Празднование фестиваля Радуга продлится еще неделю, так что если вы еще не успели собрать весь радужный комплект, то спешите, собирайте золото, отдавайте его маленькому лепрекону, который постоянно стоит под радугой и каждые полчаса меняет свое местоположение, и успейте собрать свой комплект. Что же нас ждет на следующей неделе? Традиционный праздник солнцестояния. Это, если я не ошибаюсь, тот самый праздник, где везде нужно будет собирать веночки и бегать, прыгать и танцевать, типа танец кроликов у специальной стойки в честь этого праздника. В общем, повсюду царят радость и веселье, и, что самое неожиданное, благодушно настроенные друиды отправились к аббатству Дойл. Возможно, новая одежда из торгового центра пригодится немного раньше, чем ожидалось. Очень странно. Да, по поводу новой одежды, это чуть позже, а сейчас мы посмотрим то, что самое крупное. Нам добавили еще 3 ахалтекинских лошадок, их поставили в таких вот стойлах в хозяйстве Серебряной Поляны. Как мы уже знаем, у нас были, я не помню, у меня плохо с названием, не соловая. Ну, Паламина, по-моему, да, окрас Паламина, потом стоял вот такой вот чубары, что ли. Я извиняюсь искренне, я не помню мастей, и мне на самом деле некогда учить масти все, которые вообще существуют для лошадей. Я не коник, простите. В очередной раз извиняюсь, и реально, в детстве знала, сейчас уже забыла, столько лет прошло. В общем, у нас вот стоит 1 халтикинец, 2 халтикинец, и еще один стоит, он бежевого такого цвета, стоит на Форт Пинта. Но сегодня нам добавили еще 3, и все они стоят именно здесь, в хозяйстве Серебряной Поляны. Давайте же посмотрим. Так как нам тут всех загородили... даже вот тут моя соклубница стоит, Элизабет Грейкип. Мы как-то аккуратненько сейчас попытаемся пройти и посмотреть. Если честно, когда я заходила в игрушку в первый раз, я могла спокойно это сделать. В общем, нам добавили вот такого красавца. Вы не поверите, как я его хочу, но, к сожалению, у меня хватит СК только на одну лошадь, поэтому нужно будет выбирать, а точнее выбор я уже сделала. Вот, но вот этого коня я все равно хочу. И если уж на то пошло, то я реально хочу всех 3 ахалтекинцев, добавленные в этом обновлении. В общем, вот такой вот красавчик, номер 1. Потом у нас... Какие тут окрасы? Кремелла, вроде бы оно так называется. Но, по крайней мере, я извиняюсь, я читаю названия, какие написаны на сайте Star Stable. Я знаю, что у них может быть неправильный перевод, но, это уж точно не Изабелловая, это что-то еще более, чем Изабелловая. Или это как раз и есть Изабелловая? Мне казалось, у нее более розовый носик должен быть. Неважно. В общем, вот такая вот еще очень-очень светлая. Честно, я очень хотела бы посмотреть. Мне сказали, те, кто купили уже ахалтекинцев из первых, 3 мастей, сказали, что на них отвратительно выглядят длинные гривы. Но вот как она на этом выглядит, я очень хочу посмотреть. У меня есть аккаунт, который создан по мотиву персонажа Барби Волшебство Пегаса, именно вот Аники из этой мультика. И у меня на нем уже есть СК, но нету Старайдера, потому что я его ни разу там не оплачивала. Но тем не менее, я очень хорошо на нем прокачалась за бесплатные дни. Вот, и вот если бы я могла доехать до виноградников, я бы ей купила именно этого коня и посмотрела бы длинную гриву, потому что вот, Барби Волшебство Пегаса вообще суперски бы подошел. И 3-й конь, его даже оценил человек, который в конях не очень-то шарит, больше по машинам, но он оценил, что вот этот коняха, вот он шикарный из всех этих 3. Это темный серый в яблоках.
Меня, как всегда, смущают вот эти гольфики. Я понимаю, что разрабы сейчас за реалистичность, что гольфики все разные, или на одной ноге вообще их может не быть, но они меня раздражают просто до ужаса. Нет, я не против, когда у лошади, допустим, все четыре ноги, как бы, эти, гольфики или носочки, это ладно. Но я не люблю, когда оно именно вот так вот, вот именно на одной ноге нету. В общем, он очень симпатичный, на самом деле, если бы не вот то, что вокруг него много народу, хотя, в принципе, ну, вот эти люди стоят нормально, я могу, в принципе, слезть с лошади и аккуратненько, да, врезаясь в лошадиные крупы, подойти к нему. В общем, вот такой шикарный конь, я даже, вот, я знаю точно, что я его куплю, и вот, возможно, вот прям вот после того, как выпущу вообще это видео, я тут же побегу его покупать, и будет видео об его покупке, потому что он шикарен. Мало того, что я люблю лошадей в яблоко, он реалистичный в яблоко, но вот меня смущает только ногавки, но сам по себе конь шикарный. Да, на меня, как всегда, все наезжают. В общем, да, так что скоро ждите обзор именно уже на эту коняху, как я буду его объезжать, и я лично сама уже этого жду не дождусь. Так, а теперь давайте же вернемся к тому, что я уже упоминала ранее. Это новая одежда. Кстати, я тут подумала об этом, о том тексте, который написан на сайте, что, мол, друиды собираются в аббатстве Дойл. Мне кажется, это может быть либо просто что-то отдельное, связанное вот с этой одеждой. Ну, точнее, нет, одежда связана именно вот с этим мероприятием, что друиды будут в аббатстве Дойл. И так вот, я подумала, что, возможно, это продолжение сюжетки. Поэтому я не могу, не имею права рассказать вам, из-за чего там друиды могут собраться. Е, потому что вы, может быть, еще не дошли до этого по заданиям. Вот, но я думаю, те, кто уже просто 20 уровни там, и они уже дошли до последних стадий, и уже выполнили все сюжетки, которые вообще есть в игре, я вам говорю, что, может быть, это будет маленькое дополнительное задание, связанное с последними событиями по сюжету. Вот, ну давайте посмотрим, что же у нас за одежда. Добавили, как бы это сказать, ну, просто, ну, по-другому не скажешь, все равно будет как-то грустненько, церемониальная одежда. Понадобится для особых случаев, веселых или грустных. На. Оу! Оу, кстати, ух ты, мне очень нравится. Меня даже залагало. В общем, да, меня очень интересует, когда добавят мужчин, потому что, смотрите, в принципе, это костюмы свадебные, белые. Это реально свадебный костюм, когда добавят персонажей мужского пола. В общем, по идее, в общем, да, у нас вот такие костюмы. Вот верх, вот штаны. Точно такой же темный. Мне очень нравится. Мне нравится. И, кстати, вот за такой костюм цена достойная, но штаны, если честно, дороговато. Ну, хотя... В общем, вот. И вот такое черное платье с кружевом. Мне очень интересно вот это. Оно мне прям нравится. Оно мне прям нравится. Да, кстати, что там с обувью? Обувь ко всему этому не добавили. Я лично думала по картинке на сайте, что там еще и обувь. Ой, что же так лагает? Мне такое чувство, что StarStable еще не нормализировали как-то поток данных на серверах, и иногда бывают перепады. В общем, каждая рубашечка такая и платьица стоит 165 СК. Воу, дорого. Прям роскошно, но дорого и вправду для особых случаев. Вот. И штанишки по 140 СК. То есть, если все это купить, выйдет очень даже много. Угу. Я думаю, лошадь можно будет купить за эти деньги. Ну, в принципе, да. Вот, но мне очень нравится это платье. Оно мне прям очень-очень-очень сильно нравится, но пока что я не могу его купить. Точнее, я могу, но пока что поэкономлю, потому что вдруг разработчики... Ну, да, кстати, вот сейчас лето идет, и обычно два раза в год, зимой и... летом разработчики добавляют магических лошадей.
То есть, я не могу сказать, в каком месяце они это точно делают, просто запомните. Промежуток зима, промежуток лето, они выпускают магических лошадей. И в этот раз я не хочу опять оказаться просто в полном ужасе. Ой, как все красиво. В общем, опять не хочу попасть в просак из-за того, что у меня выпустят каких-то шикарных новых магических лошадей. Допустим, вот из первой серии. А у меня не останется СК. И это будет очень обидно. Так что, да, вот так. Так что это сегодня все новости, вышедшие в обновлении. Рассуждения. Посмотрели лошадок, посмотрели одежду. Подумали, в честь чего друиды собираются именно вон там. Вот, да, на территории аббатства Дойл. Лошади очень классные, поэтому, возможно, прямо сейчас, как только я закончу запись этого видео, я тут же начну запись следующего видео. Побегу просто покупать этого шикарного Ахалтекинца темно-серого в яблоко. С вами я была, Даналия. Мой конь на сегодня шоколадный шар, которому я вообще не нарадуюсь. Я радуюсь до сих пор всем коняшкам, которых купила на выездковом инменте. Вот. А вам я желаю тренировать их ваших лошадок, читить их, а также угощать морковкой и просто спокойно проводить верхом на них свое время в этой прекрасной игрушке Star Stable. И просто любить своих лошадок. В общем, всем пока-пока. Удачи вам!